И отправился Израиль со всем, что у него было. И пришел в Версавию и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: «Яков, Яков!» Он сказал: «Вот я!» Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои. Яков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилевы Якова отца своего и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Яков и весь народ его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих. И весь народ свой привел он с собой в Египет. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Яков и сыновья его. Первенец Якова — Рувим. Сыны Рувима — Ханох и Фалу, Хецрон и Харми. Сыны Симеона — Емуил и Иамин, и Агат, и Иохим, и Цохар, и Саул, сын Хананьянки. Сыны Левия — Герсон, Хав, Мерари. Сыны Иуды — Ир, Ионан и Шела, и Фарес, и Зара. Но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были Эсром и Хаму. Сыны Сахара — Фола и Фула, Ойов и Шимрон. Сыны Завулона — Серед, Елон и Ахлил. Это сыны, которые она родила Якову в Месопотамии. Едину дочь его, всех душ сынов его, и дочерей его 33. Сыны Гада — Цифион и Хаги, Шуни и Цбон, Эри и Ароди и Арели. Сыны Асира — Имна и Фла, и Ишви, и Брия, и Сарах. Сестра их — сыны Брии — Хевер, Малхиил. Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей. Она родила их Якову. 16 душ. Сыны Рахили — жены Якова, Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асинефа, дочь Потифера, жреца Илипольского. Сыны Вениамина — Бела и Бехер, и Ашбел. Сыны Белы были Гера и Нааман, Эхи и Рош, Мупим и Хупим,
Иард. Это сыны Рахили, которые родились у Якова. Всего 14 душ. Сын Дана Хушим. Сыны Нафалима. Иахцаил и Гуни. Иецер и Шилиан. Это сыны Валы, которую дал Лаван дочери своей Рахили. Она родила их, Якову, всего 7 душ. Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, которые произошли из чресла его. Кроме жен сынов Яковлю, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Яковлева, перешедших с Яковом в Египет, 75. Иуду послал он пред собой к Иосифу, чтобы он указал путь Гесем. И пришли в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему Гесем. И увидев его, на шею его и долго плакал на шею его и сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду извещу фараона и скажу ему, братья мои и дом отца моего, которые были в земле ханаанской, пришли ко мне. Это люди, пастухи, овец, ибо скотоводы они. И мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажете: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне. И мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец